Привет всем, дорогие подписчики и гости моего канала. Так как скоро 1 апреля, я решил вам показать свою поделку. Делал года два назад. На работе программистов разыгрывал этой мышкой. Нерабочая мышка у меня валялась на работе. И решил я с нее смастерить вот такую вот штуку. Питается от 5 вольт, то есть все, как бы провод остался родным. С него только взял питание, плюс 5 вольт. Работает от USB, но в данный момент, сейчас я от пауэрбанка запитаю. Все, мы ее включили в USB, горит лампочка, светодиод, как бы обычная рабочая мышка. Когда нажимаешь на кнопку, она начинает вибрировать, дребезжать. Тем самым, как бы, не знающий человек, нажимая на кнопку, сразу руку пытается убрать и пугается, в общем. Как я сделал эту штуку? Сейчас возьмем отвертку. Как бы ничего сложного нету. Получается, нам нужно из этого всего, вот тут есть три кнопки, у меня две кнопки, просто во время переделки я потерял колесико, которое здесь было, просто взял кембрик, заклеил сюда. Так вот с колесиком было бы еще интереснее. И под колесико тут еще как бы кнопочка должна быть, чтобы колесиком ее нажимать. Получается раз, два и три кнопочки у нас. Обрезал все лишнее, которые на кнопки шли, платы, с микросхемы на платы, все дорожки. Прозвонил контакты, которые на замыкание нам интересуют. Вот эти все две кнопки, в данном случае у вас будет три кнопки. Параллельно запаял все эти три контакта. И пустил их на моторчик. Моторчик 5-вольтовый от какой-то игрушечки. Просто сделал вот такую с болта, с гайки. Такую штуку со смещенным центром тяжести. Ну, как получается, вибромоторчик в телефоне. И помимо двух кнопок еще запаял светодиод, который здесь же он стоял. Просто напрямую от 5 вольт его через резистор 200 Ом. Получается, как настоящая живая мышка. Вот так вот она себя ведет. Еще параллельно моторчику запаял емкости. Тут у меня 1470 микрофарад. Чтоб он не сразу вырубался. А то есть нажали, емкость подзарядилась. И отпускаем когда кнопку. Моторчик еще продолжает какое-то время крутиться, беря питание с емкостей. Плату я здесь обрезал, все лишнее, чтобы можно было моторчик сюда поместить. Ну, в общем, такая вот штука у меня вышла. Возможно, кто-то повторит и разыграет кого-нибудь. Кстати, мой самодельный пауэрбанк. Про него уже видео есть. Ну все, ставьте лайки, подписывайтесь и оставляйте комментарии свои, делитесь с видео. Всем пока!